Все произошло вот в этой обычной пятиэтажке на Менделеева 1Б. Подозреваемый пришел в одну из квартир, чтобы найти своего знакомого. Однако услышал, что такой здесь больше не живет, ушел, через некоторое время вернулся, втолкнул хозяина квартиры в коридор и начал его избивать. То, что в подъезде была серьезная драка, до сих пор говорят следы крови. Из квартиры мужчины перебрались в подъезд. Очевидцем был сосед потерпевшего. Я вышел, хотел ему помочь. И тут кувыркается он. Не надо, я сам, ну сам так сам. А сильная драка была? Ну как он, старик, я молодой, ну молодой, дурак пьяный. А это... 50 с лишним лет, да он еще ростом мой. Сотрудники Росгвардии среагировали быстро. Нетрезвого дебошира задержали на месте преступления. Кстати, эта встреча с полицейскими у него далеко не первая. В свои 26 молодой человек не раз отбывал срок. Что сейчас грозит хулигану, покажет следствие. В данный момент ведется следственное действие, следственная проверка, по результатам которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело по двум статьям. Там усматривается 139-е, это незаконное проникновение в жилище граждан, и также по нанесению телесных повреждений. Регина Сулейманова, Максим Липин, новости НТР.